Вы, конечно, тоже хотели бы посмотреть, как мы с Максимом перевернули квадроцикл. Как потом я другой квадроцикл утопил. Вот. Вы бы также хотели посмотреть, как я на большом автомобиле, маленький автомобиль протаранил. Все это вы бы могли сделать, если бы у нас был эфир. А у нас есть эфир. Дело в том, что я уже 3 года назад как продемонстрировал вам все то, что я снял. И все это на телеканале YouTube. Вы можете, значит, вписать под заголовком YouTube. Там есть такая штучка. Поиск Челейкин, либо Челейкин по-английски. Выйти на меня и посмотреть все то, что мы вам показали. А мы вам показали 1500 сюжетов. Если бы все это дело у меня в голове было чуть раньше, я вам показал 3000 сюжетов. А именно столько мы сняли за то время работы, которое я в эфире. Вот. Конечно, вы бы хотели посмотреть, как мы прокатывали машинки на тест-драйве от Мира Экстрима. Все это дело было в прошлую субботу. Но тогда была температура минус 30 градусов. А сегодня чуть-чуть другая температура. И вот мы вам говорим, что Мир Экстрима, который располагается здесь, на Галиуллина 1А, вам показывает, как это необходимо делать. А делалось это клево. И хоть мороз крепчал за минус 30, здесь, на горнолыжном центре «Металлург Магнитогорск», было представлено то, что продается в мире экстрима. А это замечательные китайские квадроциклы CFMoto и багги. В смысле, полноприводные багги. Багги, на которых можно ездить хоть куда. Кстати, насчет Китая. Китай сегодня обладает самой мощной армией, и пусть по ядерному оружию отстает от нас, зато является первой экономикой мира. А где есть первенство, там и есть и супер квадроциклы, багги и мотоциклы. Слушай, ну вот, по-моему, классно, да? Погода прекрасная, хотя и мороз, но у нас в запасе техника. Как она у тебя здесь? Хорошо работает? Отлично, не жалуюсь. CFMoto вообще прекрасно, особенно Z-ка. Правда, в субургобах может застрять, а так хорошо. Но спасает квадрик. И что же такое CFMoto? CFMoto – это китайская техника. Они делают квадроциклы, зетки, багги. И все это работает у нас в России? Да. Еще они делают мотоциклы, любимая их техника. Все это работает прекрасно в России. И вы посмотрите, все, что привез Мир Экстрима, оно замечательно работает. И даже когда на улице минус 30. Скажем честно, для Китая такая обстановка тоже не очень. Но очень клево пашет все то, для чего созданы квадрики и багги. Еще раз напомним, это не багги для мотокросса, это настоящие полноприводные багги. Еще что очень понравилось, так это то, что на квадроцикл можно навесить. В данном случае навесили скребок для наста и снега. И что ни в коей мере не сказалось на том, как машина передвигается. В общем, я бы на Китае поставил бы все 5 баллов. Да, это было клево. И да, я бы порекомендовал всем. И мороз, конечно же, для нас. И мы не мыслим зимы без мороза. И в такой морозец да прокатиться по снегу. Да еще лучше на снегоходе. А какой снегоход? А точнее, какие снегоходы продает Мир Экстрима? Так это замечательные Arctic Cat из Америки. Конечно, в Мире Экстрима много такого. И квадрики, и остальное. Но для снега-то снегоходы от Arctic Cat. И что же такое Arctic Cat? Я знаю, что это классная техника для как снегоход, правильно? Вы знаете, наши друзья пригласили нас на замечательный тест-драйв. Мы покатались, оценили, то есть и утилитарную технику, которая представлена в виде беркетов, и горные артикеты. То есть все дело в том, что техника предназначена именно для такого агрессивного выброса адреналина, что, ну я не знаю, то есть буквально километр здесь кольцо, и мы получаем, ну это сложно связать с какими-то такими другими эмоциями, которые получаешь именно вот с точки зрения активного отдыха. Техника хорошая, техника надежная, сугробы там более чем полуметра, держится, вытаскивает, идет шикарно. То есть достаточно резкая, скажем так, на разгон. Утилитарники, ну в каком плане хороши? Идут как утюг. Качественно, не громоздко, то есть уверенно проталкивает себя сквозь лес. Ну,
если честно, то эмоции просто великолепное состояние, великолепное вот такой вот позыв души был просто покататься. То есть я думаю, что когда-то мы сможем себе позволить и купить такой аппарат. Просто кто-то говорит, что в Магнитогорске зима хорошая, длинная, да? Но, честно говоря, это делается не для таких морозов, как у нас, естественно. То есть, в конце концов, можно себе такую штуку позволить? Ну, вы знаете, конечно, можно. И с учетом всех вот этих сегодняшних морозов, погода на сегодня не балует, ни для кого не секрет, для жителей, для гостей города, что сегодня утром 36-30, то есть вот сейчас температура достаточно такая. Техника работает, техника заводится, техника показывает себя с самой лучшей стороны, то есть мы все довольны. По большому счету, действительно, все отлично, все замечательно. Это был круч. Вот для чего ничего и не надо. И тут нужна целина, кое здесь, в горнолыжном центре «Металлург», что на озере Банном, предостаточно. Снегоходы от «Арктик Кэта», утилитарники и горники сделали свое дело. И невзирая на 30-градусный мороз, продемонстрировали свои преимущества, коих у страны, в чем-то похожей на нас, предостаточно. Хоть это был и мороз, но это правило. Уж нас-то, южноуральцев, морозом-то не пронять. И мы катаемся по снегу, и когда у нас очень холодно, да потому что с холодом у нас и очень жарко. И наш город металла не боится ни жары и ни холода. А тем более, когда у нас есть мир экстрима, кое в центре Южного Урала, в месте, которое славится всем, а это горнолыжный центр «Металлург», что на озере Банном, проводит тест-драйв «Хонды». Мы стоим рядом с квадроциклом «Хонда». Замечательная техника, просто классная, потому что и машины-то у них резвенькие такие, да, «Хондочки» все. Как машинка? Ну, вообще, «Хонда» идеальный вариант в плане, вот, допустим, погода сейчас такая очень холодная, то есть сейчас днем распогодилось, а с утра было минус 30. То есть мы когда приехали сюда, привезли, было минус 30. На удивление, завелась без проблем, то есть как бы проблем вообще не составило, ни хлопот, ни что. Мы завели, выкатили, то есть такие суровые довольно-таки условия, как бы, а Honda — это Япония, производитель, там у них в принципе таких морозов-то и не бывает. Но тем не менее, здесь справилась техника без проблем с этими условиями. Да, это Honda, и этим все сказано. Honda делает все для людей и в любых климатических зонах. Honda, представленная миром экстрима, и вы рано или поздно свой выбор-то сделаете. Да потому как нигде более вы не найдете то, что здесь есть. Мир экстрима – правильное место, которое вам дает понять и драйв, и адреналин. Да вы сами-то посмотрите, как в минус 30 люди ездят на Honda. Огромное спасибо за то, что вы предоставили нам этот замечательный праздник. Погода подвела немножко. Все-таки температурный режим сегодня не соответствовал нашим ожиданиям. Потому что 35 градусов температура, конечно, не для покатушек на квадроциклах. А снегоходы как бы нормально, все, но квадроциклы хоть с трудом, но завелись в такую температуру. Вот. Ну, мы сегодня представляли на покатушках все-таки три бренда. Вот, люди могли оценить все три бренда. Это Honda, это Arctic Cat и Sefimoto. То есть Sefimoto квадроциклы. Две модели катались. Вот, две модели еще новые стоят на пьедестале у нас там. В этом году они выпустили Z8 серию. Это очень интересная машина, я думаю, перспективная. Вот. То, что касается Honda, ну, вот это самая топовая Honda 680-я, еще оснащена G-Wheels'ами, то есть обалденная проходимость. Да-да-да, эти штуки называются G-Wheels. То есть она позволяет ездить везде, да, это по какому-нибудь, и зимой в том числе? Снегоход, конечно, не заменяет, но вообще они были разработаны для песка, то есть песка, для болот. Но и, как сегодня показали наши испытания, то есть, конечно, достойно вели себя и в снегу. Вот, то есть двигаться позволяет, конечно, не заменяет, еще раз говорю, снегоход, но если вот так вот альтернатива, чтобы надо где-то переехать зимой, то есть они позволяют это делать при небольшой их гнездомости, то есть прекрасная штука. Вот. То, что касается Arctic Cat'ов, допустим, сегодня мы предлагали прокатиться на горных моделях и на утилитарных. Утилитарники представлены были как двухтактным, так и четырехтактным двигателем. Вот. Отличается тоже довольно-таки сильно. Двухтактный 64 лошади, четырехтактный 125. То есть люди оценили, то есть прокатились, понравилось довольно-таки. На разнообразие, то есть двигателей было представлено. Ну и горная модель, конечно, у кого были права, тоже могли ощутить, что это за машина. Вот так вот работает мир экстрима. Показывает вам тест-драйв и еще там машинки везде, где хочет. И потому что они знают, с кем надо работать. А работать надо только с...